Сегодня в нашей стране проводятся широкомасштабные реформы. В частности, в целях сближения системы органов правопорядка с населением в районах и махалях создаются отделы внутренних дел. В церемонии открытия отдела внутренних дел номер 4 Управления координации деятельности органов внутренних дел Алмазарского района приняли участие руководство Главного управления внутренних дел Ташкента, личный состав районного управления, жители махалей и представители общественности. Для личного состава, а также граждан, которые будут обращаться в отдел внутренних дел, созданы все необходимые условия. Был проведен капитальный ремонт помещений в двухэтажном здании. Обустроены дежурная часть, кабинеты инспектора профилактики, дознавателя, сотрудников уголовного розыска, следователей, инспекторов по вопросам женщин, а также сотрудников службы миграции и оформления гражданства. Здание оснащено специальными средствами связи, установлено современное видеонаблюдение. За данным отделом внутренних дел закреплено 7 махалей, где проживают более 34 тысяч жителей. Кроме того, сотрудники УВД будут следить за порядком 7 вузов, расположенных на веренной территории. Данный отдел послужит гарантом обеспечения спокойствия и безопасности жителей района. Созданные условия позволяют своевременно проводить профилактические мероприятия, направленные на предотвращение совершения преступлений. Основная цель создаваемых возможностей и условий – круглосуточное обслуживание населения, обеспечение безопасности граждан, поддержание мира и спокойствия.